Ну, 58 секунд, Денчик на минуту задержал. А в школе я... Денис просто он палец расстегнул, и у него там этот... Меньше кислорода приходит. Да, потребляет, да. 58 секунд. 58, да, там две гранулки, наверное, кто-то сожрал. Потерял. Блин, короче, могу сказать такую тему, что на выдохе, ну не прям упереться, прям выдохнуть все из себя, а спокойно сделать выдох без напряжения проще. Вот на выдохе я догонял себя вот в последние полгода, когда вот занимался активно дыхательными всякими упражнениями дома, восстановительного характера. До 3,5 минут на выдохе вот я в ванной прям лежал. 3,5 минуты прямо просто вот такое спокойное положение. 3,5 минуты. А есть какие-то нормы, показатели, например? Страшно было уже после 3 минут, короче, вот когда мутнеет, глаза открыты, но начинает все мутнее перед глазами. Ну 30-40 секунд это как бы. Ну, показатели есть, что тело нормы для человека. Ватное. Сколько можно держать дыхание на вдохе и на выдохе? Вот нет, вдохнуть, потом на выдохе сколько сможешь? 1-2 минуты это среднестатистическое для обычного человека. Для пловца. 1-2 минуты. 8 минут. Кто тренируется, это пловцы или там дайверы. 4-5 минут это как бы этот уже ну, хороший результат. А есть спецухи, которые там 7-9, даже, по-моему, что-то... Ныряльщики за женщин. Ныряльщики, да, за женщин. Именно ныряльщики, да. Том Круз, 5 минут. И тем более получается так, что он... Ну, они не на полном выдохе. Они не на полном выдохе. Они на вдохе, да, наоборот. Да. И тем самым, как бы, они диафрагмой... Диафрагмой, да, 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 да. Количество кислорода, у них мозг не без кислорода, да. наоборот. Это для ног, все, да, да, можно память, страховка. Да. Кто у нас тяжелая страховка? На можно, на штанге можно. Арсений, заберите кольцо, а то он едет сейчас домой. Это для ног. Он сейчас на животе. Смотри, сейчас тебе покажут. Все, да, выходной. Нет, Дима, ниже. Да. Давай, покажи ему. Я покажу. Да. Встань на колено. Для них слишком большой вес. Давай, на колено. Тебе надо полностью. Смотри. Пойди сюда, фиксируй. Не-не-не. Давайте сразу посмотрим. Почему? Не переживай. Я тебя поставлю. Встань на колено. Встань на колено. И зафиксируйся. Опускай. Вперед вытягиваешься. Не телом вытягиваешь, всю руку сгибаешь, а на вытянутых руках. И вот так вот десятки раз сделай. Сам, добрую тренировку. Ты можешь там делать, я просто показываю упражнение. Можешь, да, Петр, делать, благодарим. Если лишние блины, все, крепчагу заварю. Да. И поделитесь. Всем благодарю. Артем, вот в этом положении раз опустился. Один блин можете снять. Точно, конечно, так же на выпрямленных руках конечно. Напряжение Артем, спины и пресса идет. Поднимаешься. На, Пробуй. Давай. Не переживай. Да, конечно, что? Дай, ты куда? Дома вообще. Так что? Вредно уже. Нам еще идти дома. А вы где живете? В центре. Ты, я понял. Короче, пораньше, да, на выход? А да. Сколько с вами время? А я хотел силовую, что мы подключились. Что, может, на полчасика задержись? Половину восьмого. Просто держи ты счет. Или ты все собрался? Смотри, штанга и силовое упражнение. Я силовую задел с полностью. Я понял. А я шинец приготовил, думал, сейчас сейчас с вами распилить. Я тоже ухожу. Тоже домой, что ли? Да. Не, ну молодцы парни. Вы сами-то довольны, потому что показали. Ну, мы живем в центре, и я отсюда до центра. Согласен. Пешкодрак? Да. Магнезии нету. Ноги, что ноги не стерлись, магнезии нет.
Так, парни, в дороге аккуратнее, ни с кем не за этот. Сейчас, парни, подождите, подождите. Арсений. Арсюха, не балуй, браток, не балуй. Я был очень не надо, ладно? Пойдем, иди сюда, я тебе сейчас дам. Или ты прям хочешь там заниматься? По дороге ни с кем не это, не общайтесь, с незнакомцами никаких котят, щенят ходить не смотрите. Они по деревьям. Что, завтра придете? Завтра нет. Субботу. Субботу? Да. Суббота, 4-часовая тренировка, также рассчитана с того, что из часа занятий. С 4 до 6 будет. До 6 я понял. Мы так всегда будем, потому что нам надо... 100%. Еще... Я же не зря тогда спросил, какие оценки, а Данил меня там обмануть захотел. Данил, вернее, меня обмануть захотел. Данил у меня 5-4. Я же знаю, ну, что обмануть нехорошо. А показатель будет... Остальные все пятерки. Я с твоей мамой общаюсь, я знаю. А, например, кто-то может с другими мамами я общаюсь, и я знаю, как правда, а на самом деле мне неправду говорят. Мне это не нравится, а вы честными. Правильно, Дисланевич? Это братва наша младшая. Ну как еще по-другому? Ну как, нет смысла просто чтобы по чесноку. Тем более, парни, у вас открываются по-настоящему хорошие очень возможности себя проявить. Нужны в мире, нужны грамотные что такое мастера. Двигатель, я не знаю, что сгорание. Потому что... Еще не знаю пока. Я еще пока не знаю. Ты на схе учишься? Ой, нет, Сань, в ИТ, да? В ИТ. Парни, все хорошо. Спокойнее. Во всяком случае, гимнастика вам поможет и в учебе, и в будущем жизни. И можно соединить и свое. Вот есть такой еще кузнец, сварщик, еще педагог. Представляешь, уже не как. Педагогическое образование, еще и кузнец, и сварщик, и мехом, да? По автомеханике. И по физкультуре, по гимнастике. Не только по физкультуре, по гимнастике. И он реально может вам рассказать, например, Петр Владимирович здесь был. Молодец, аккуратно. Давай на крест, да? Давай ножки крест. Опа, молодец. А Петр Владимирович здесь сидел военный. У него открыты все категории. Попить мыть в туалет. У него открыты все категории машин. Все. Вот которые возможны вообще все. Он вас может обучить автовождению, как Артем Захарова Краснощекова обучал. Денис Владимирович. Поэтому вы, ребят, вы не пиздите. Если в субботу кого-то брату приведете. Чего вы разберете? Братович, как это? Что случилось? Да, все точно? Тоже хорошо. Магнезия. Магнезия нет. Володь, зато ты рубалек сэкономил. Да. Да, попить можно. Давай, знаешь что, в субботу я тоже какое-нибудь испытание всем придумаю. С бабличком приходим, да, и это, будем накидывать друг другу задачи разные. Только давай, не с цифровыми этими биткоинами разными, а с настоящими. Я в следующий раз все, это первый и последний раз. Один раз. А я вот всегда мотивирую, чтобы парням была возможность это. У меня нету денег, я делаю себе. Так мы можем тебе дать? Хоть раз тебе мешает. Братан, покажи себя, покажи. Каждый, кто себя показывает, есть возможность и получить средства, в зависимости от своего мастерства. Ну и мы даем, ну во всяком случае, каких-нибудь вкусняшек или простеньких подарков, да, мы можем позволить нашим братьям дарить, раздать. Ну, как минимум, хотя бы поведение хорошее, когда будет. Все, парни, спокойнее, родителям здравия. Спасибо. Защищайте мам и родину. Учите хорошо. В школе не очень помогаете тем, как нужно помочь. Здание. Все, всего доброго, до субботы. Если кто, ребята, захотят прийти, прям говорите, приходите. Хорошо. Даже музыку пусть тащат с собой. Мы договоримся. Ты можешь колонку принести? Да, я знаю, что у вас у всех колонки там есть всякие крутые. Хорошие лучше. Да? У меня нету колонки. Ну вот это Арсений хороший может принести. Я могу сделать. Мы сюда можем вообще принести кинотеатр. Ну, телевизион, много колонок, сабвуферы. Но здесь просто наши соседи шахматисты офигеют. У меня папа сам колонки. Чего, Арсюх? А? Это два тренировочных. О, да? Только по голове не ударь, тихо-тихо-тихо, вот так покрути аккуратно. Ты можешь взять за селедочку вот так покрутить. За селедочку взять и вот так покрутить. Да, это тренировка, чтобы ты потом сильным был.
Можно в пальчиках, а можно вот так смотреть. Я не знаю, пару, несколько килограмм он весит. Это Денис Владимирович точно может сказать, а я вот не очень знаю. Ну, килограммов, ну, три, может быть. Такой, да. Нет, один, наверное. Вот так можно взять в руки, у тебя руки будут крепкие. Да. Аккуратно, только не ударь по голове. Так, какой сегодня лимит получил, запомнил? Никакой. Никакой? Чего скажете про этих мастеров мастер-класса? А? Да ничего не умеет. Без мастер-класса они никто. Парни, надо относиться с пониманием и надо готовиться самим. Надо, если хочешь, чтобы кто-то светанул, будет готов. Куда-нибудь. Пока куда-нибудь. Куда мы скажем, туда и поеду. Мы хотим, чтобы они в пятую школу к вам пришли. По чесноку, да? Че, да ничего, блин, не могут ничего. Че они могут? Че-то могут, но как и все. Надо стремиться, надо делать. Они просто еще стесняются, ребята. Вы на них смотрите, они стесняются. Это, говорит, если бы не смотрели на нас, то мы бы не стеснялись. Сейчас посмотрим, сколько я в этом жилете, интересно. Подтянусь. Раз. Че, пойдем штангу сюда поставим, на здесь, на улицу. Не на груди, а вот здесь. Пойдемте? О-хо-хо-хо. Или вы там все-таки будете? Да нет. Короче, Алексей толпой на этой стойке. По очереди так качает. Помню, это бакенбарды, да? Че, поподтягиваемся? Диман, пресс вот давай тоже. Запрыгиваешь на турник. И поподтягиваемся. Поднимаешь кверху. Это самое простое. Просто обычно. Ну, даже хотя бы не полностью выпить, а хотя бы вот колени. Не знаю пока. Потом начинаешь до И хват у тебя получается укрепляется. И все, и хват. Например, человек умеет подтягиваться 10 раз, да, или 20 раз. Да. Я могу 3 секунды. Виси. А допустим. А, я так тоже могу. Погоди, три, вот он, видишь, опа, ну чуть-чуть быстрее 3 секунды были. Например, вот умеешь 10 раз подтягиваться. Больше суставы начинают болеть. Ну возьми, подними ноги в уголок, потяни 10 раз. Многие люди даже не понимают, что тоже можно за элементы. За выполнение элементов. Многие не понимают этого. А ты красиво раз-раз потянулся и все эти баллы набрал себе. И все. А вот они хотят там крутиться, вертеться. Ну и что, вот он покрутил. Я не говорю, не на эти ребята. Эти еще хорошие, если вы встретили других, там, на три отморозня есть. То есть, если воркаут, я вообще не понимаю. И вот так это и происходит, понимаешь? Сегодня рекламный. И там музон орёт, удар, ничего не соображает вообще. А в курице этого трубок этих своих, там дымище отовсюду её дали. Вообще же такая жуть происходит. Это на улице. На соревнованиях они пытаются по-другому себя вести, но тоже начинают вот это колбасить, он не знает, что делать. Не могут стоять, не могут слушать. А хотя бы гимнастика дает волю клеток. Сила воли в парне, она пригодится по-любому. Это одна из самых важных качеств. Че, я сейчас потянусь в этом железе сколько раз, потом каждому дам попробовать. А это трудно? Неудобно. А, он с утяжелителями? Неудобно, он утяжелители, да. Конечно. Не потом очень удобно. Мы за ним пробовать. Как? Вывалиться, нет. Вывалиться. Мне один раз по башке, по челюсти било, вываливалось. И оттуда, видишь, из кармана. Да. Они растянулись. Это я всякое. Раньше мы прыгали, мы бились в них. То есть одевали жилет, ну, по-разному. Вот я свой вес доводил. Жилет, утяжелитель на руки, Я свой вес до 100 килограмм доводил. Я почувствовал, что такое быть 100 килограммовым.
То есть при весе 60, там сколько по килограмм, 63, ну не больше 65. Вот, ну вот на 40 килограмм он был. Но он не рассчитан на это, там карманы начали рваться. Денис Владимирович как-то затарил его железом. То есть вот так, вах! И вот так думаешь, ё-моё, вот это да! Ну, там Серега барабанщик, он падал, но он был тогда 90 килограмм весил, в жилете он был 130, что ли, 140, он падал, он встать не мог. Мы его поднимали, он просто ноги подкашивались, а потом все покрепче. А еще надо было не просто драться, а еще палками, в руках палки вон были, вон тело безопасные. Да, и жилет он просто лег и лежал, он говорит, не трогайте меня, и все. Погоди. Это желез должен тебя как Атик. Шею пережимает. Я тюнгаю на руку, видишь, я красный, у меня рожа краснеет, читает. Да. Переживает артерии, жестко, вообще аж мутно был ловлю. Давай, Дима, ты старый, ну, я смеюсь над собой. Сейчас, смотри, сейчас я его... Одевать его надо так, это на будущее пригодится, так же, таким же моментом бронежилета и прочее одевается. В нашей жизни броник пригодится, может быть, и на гражданской жизни, ну, кто да. знает. Смотри, берешь на руку другой рукой и вот так одеваешь, как свитер там или что-нибудь. Аккуратно, Артем, еще страхуй. Сначала просто подержи, Арсений, приподними, стоп, Дима, погоди, Арсений, просто приподними его чуть. Но не одевай, просто приподними, но не одевай. Да, давай, Диман, аккуратненько. Артем, сейчас так помогай. Тяжеленький, да. Че, пойдем, я тебе покажу там, что на сальтуху, давай. Пойдем сюда. Помочь? Помочь, а что, Артемка, твой брат не поможет? Молодец. В общем-то, здесь один раз, Серег. Да. Здесь один раз только есть Курашов Владимир Николаевич. Все. В одноразовых. Да. А второго нету? Нет. А Кононова нету? Нет. Запиши их, пожалуйста, Кононова и другого. Погоди. Смотри, вес убираем. Да. Ну, наверное, один килограмм. Давай, садись. Поднял. Закрываешь. Садись. Вот сюда. Нет, вот сюда. Залезай. Немножко сюда перекинь. Да, помоги ему подвязаться. Немножко тебе его перетяни, немножко. Прямо у тебя баланс. У тебя висит снизу. Вот, так еще чуть-чуть. Раз. Вперед. Нет, наоборот. Вот, да, вот так. Чтобы у тебя вырвал все. Спинку прямо ближе. Раз и зафиксируй. Ох, тяжело. Еще поменьше сделать. Нормально сейчас? Да. Давай еще поменьше. На одну, да? На одну. Все, секундочку. Тяжело. Ну что, Диман? А, Артем. Диман не захотел. Почему? Нет, я не понял, как одевать, а ты показал. Давай. Я показываю, тебе показываю. Оп, и зафиксируйся, спинку прямо. Ты можешь лечь. Да, ты можешь лечь. Ты можешь прям спокойно положись. Ручками будешь держаться и поднимай, да. Могу. И фиксируйся. Ну что, поехали. Раз. Два. Три. Тяжело дышать? Тоже лицо краснеет. Четыре. Давай, 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 красавчик. Дыхание, Артем. Красавчик, красавчик. И сколько сможешь? Пять раз уже сделал. Молодец. Давай, 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 давай. Шесть. Или семь уже, да? Ладно, давай, кругляем. Восемь. 8, давай десяточку, а? 7. 7, молодец. У тебя здесь не пережимает шею? Нет. Нет, а мне прям вытягивает. Че, Дима, трогай. Открутим, погоди, стой, открутим. Сможешь отжаться? Нет, я хочу даже пробовать. У тебя, наверное, не подпрыгну на нем. Поможем. Че, Дима, пробуй. Одень, смотри, берешь тяжело, да. Одень тяжело. Но пробуй. Аккуратненько, смотри, как он снимает. Да. Молодец. Можно и пресс качать, и это, да, только не плюхнись. Давай, давай, давай. Одел, есть контакт. Все, только правильно ему застегни. А сюда надо лезть животом ложись. Животом ложись. Ножки высовывай. Ножки высовывай. Не, я тебе покажу, сейчас не переживай. Ножки высовывай. Ложись животом, лицом вниз на это. Да.
Вот двигайся сюда, сюда двигайся. На пяточки, давай, двигайся еще больше. Вот. И давай пяточками, вот, тяни к себе. Давай, 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 тяжело, да? Ну это 100% килограмм. Сколько? Килограмм 20? Килограмм 15, наверное. Килограмм 50, если Владимир Шарцев. Потому что когда Рома за меня цеплялся, это намного тяжелее с Ромой. Ну-ка. Давай, давай. Чего, ну пробуй, Диман. Пробуй, да, да, тяжело. Тихо, Арсений, аккуратно. Арсений, 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 аккуратно. Давай, Дима, я. Тяжелый будет, знаешь? Да нет, вот. А, ты им просто покрутить хочешь? Все, потому что так она тяжеловато достаточно, да. Мы сейчас ее, знаешь, как возьмем? Пойдем, Дима, туда, наверное, туда. А что ты, иди на брусе, просто так, холостым попробуй, сколько вытянешь, сколько ты сделаешь на брусе, прижимаешься. Считай, ой, без жилета без просто жилета, так. Без жилета. Просто так, просто, да. Да. Ну пойдем попробуем. Все, четко как положено. Даже запрыгнем, да? Ты слишком на широкий, надо поуже. А у меня есть категория, а так сделаю. Да, сюда, вот, да, на узких зачем? Да, на узких турнир отрыгивает. Стоп. Раз, два, три. Оп! Держись. Держись, держись. Да. Ножки аккуратно. Боитесь? Сейчас, все, спрыгивай. Я просто по камню ударился. Смотри, здесь на брусе, сейчас давай попробуем такую штуку. Вообще брусик по-любому, парень, надо брусик брать за правило заниматься. Так же, вот только надо уметь фук-фук выжать этот момент. А кто там так отжимается? Оп, оп, по чуть-чуть. Я считаю, не, я считаю, что надо поглубже. Что, Диман, похоже? Они сигналы, они оцениваются. Глубокие. Ну, как минимум, должно быть половина. Да. Что, к тяжести, да, привыкает? Ну, давай, что, Арсений, пойдем. Сейчас Денис Владимирович нам поможет с тобой. Он знатный мастер. Парни, смотрите. По закручиванию винтов. Винты закручивайте вот так. А почему так? А потому что пластик не даст раскрутиться. А, так вот почему? Да, да, вот так. И он не будет раскручиваться. Арсений, твоя задача... Не-не-не, пока не закручивай. Твоя задача пустой гриф поднять. Поднимается. Чуть-чуть приподнимаю. Смотри как, пока ложи. Артем, вот так положи. Можно еще одну поднять, пожалуйста? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Арсений, смотри, что происходит. Ну, по чью сторону отойди. Смотри, подошел. Спинка прямая. Ноги чуть согнуты, удобно. Да. Спинка, нет, прямая спинка, прямая. Ты это смотри, как ты делаешь. Встань, пожалуйста, в сторону. Посмотри на прямоту спины. Прямая спинка, да? Да. Подошел, взялся, чтобы сбоку никто не стоял. И вот так вот. Поднял раз, поднял два, поднял три, за голову четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попробуй давай. В зеркальце можешь смотреть. Давай мы подвинем, чтобы тебе зеркало. Инстаграм будешь включать в прямую трансляцию или потом? В субботу? Пока, нет, в субботу? Ну, давай. Ну, спинка прямая, спинка прямая. Бери ровненько. Молодец. А, молодец. Ну, да. Таким тяжело? Ну, с выдохом. Еще давай ручки выше. Держи, держи. Опять на грудь. Вниз и спинка прямая. Молодец. Ручки сбрось. Тяжело. Что, Диман, иди пробуй, железь. Сейчас прогнется и вот так вот. Тихо. Спинка прямая. Ой, блин. Что, все? Да нет, мне зажало. Ты всю гриф ты взял себе как криво своего. Просто как взял, как есть, а бы взять. Так.
Давай, к себе. Раз, спинка прямая. Поднял, на выдохе. За голову. Раз. Опять поднял. Опять вместе, груди. Вместе, смотри, не вот так вот. Вместе, ставь. Вместе. Ставь. И посмотри на Дениса Владимировича. Смотри, Дима, выгибаешь. Когда вот ты взял этот гриф, смотри, у тебя как кисти выгнуты в такую сторону, вот сюда вот. Не надо. Вот так должна быть, вот прямая. Да я попробую, Арсений. Потому что, да, потом могут чуть отойти, чтобы не... Не очень. Смотри, сейчас иди сюда. Жалеть классно, да? Конечно, да. Мы это потом. По поводу ощущений, да. Ой. На, держи. 50 махов, только не только это. Взял его, смотри. Вот, смотри, отражение встань и пошел сюда. Ой, что, все уже? Ты уже сдался? Ладно. Теперь сейчас я вам покажу еще для нас, для чего удобства будет на турниках, для турников. Смотрите, какая штука интересная. Все так же, да? Почему я прошу, иди садись, почему просим, чтобы грамотный, да, подход был, чтобы привычка эта была. Подожди, руки не здесь. А то взяли. Видишь, под ширину, под самую. Сейчас взяли. Раз. Есть такой еще момент. Хоп! Подъем. И теперь смотри. Раса! И обратно, и кто, если мы будем с блинами, прикинь, обратно суставы так подготовить. Это еще и потом на пальцах. Да не выгибается! Палка? Ну вот, чтобы легче была, у нас 7 тренируемся. Попробуешь? Вот как раз для суставов. Что, все? Полотенец не вынул? Дай Арсений, пусть попробует. Ты другие? А, давай полегче. Давай. Для тренировки, да? Вот эту? Вот эту? Давай, какую? Бери. Какая тебе нравится. Давай. Все, Дим, только не бросай ничего. Как снять? От зеркала, от стекла отойди подальше. Вот здесь, да. Так, поднял. Ох ты какой! Ну так тоже можно. Артем, попробуй сделать, который я упражнение сделал. Не, не хочу такое. Мне больно будет, я чувствую. Чё, 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 чё? Ну, а, смотри, а, лямки расстегни, лямки до конца расстегни. По бокам. Вытащи из этих. Вытащи оттуда. Из сковок. В этом снятии не получается, застрял. Конечно, у тебя тут все застегнуто. Как бы ты снял его, да, только с головой. Вот, кстати, который сегодня Володя предложил за 1000 рублей, за рубалек. Это и вроде бы и честно, и нечестно. Нечестно, потому что он знает, что исходя из его конструкции тела, он это может сделать. У человека на сантиметр шея меньше будет, и он уже будет упираться, как Захар, или кадык больше, он будет пять упираться. Пережимает, да, да. Но это особенность тела. Поэтому некоторые фокусы показываются вот так. Конечно, у него кадык. Не, он там вообще полностью шею, ну и длина шеи позволила. И он здесь акцент сделал. На него одеть, ну блин, опасно просто поднять хотя бы. Не надо, не надо. Че, Дим, пойдем, ты попробуешь. Пока положи, если хочешь, можешь поподтягиваться. Артем пусть оденет, поподтягивается. Пойдем, Дим, сюда. Задача сейчас, парни, вот это все пригодится для королевских, для царских выходов и прочее, и прочее. Смотри, какая штука, чуть в сторону отойди. Арсений, внимательно, чуть в сторону. Смотри. Вот давай сюда. Задача, смотри. Взял. Также широко Арсений сел. Прокрутил за спиной, да? Ручки в упор. Взял, поднялся. Прокручиваешь. Раз. Теперь смотри. Вот сюда. И я вот на указатель. Со пальцем оставляю. Ну, видишь, держишь только на большом указательном. Вот в этом колечке. Если, конечно, хватит силы вам потом, кому на турнике свой вес удержать, это будет очень круто. Вот и теперь делать. Надо поднять обратно. Шубать! Да! Суставом, да, да, суставом не при, надо перетерпеть. Дима, аккуратно, ладно? Стоп! Чего неправильно делаю? Я так и... Еще, что неправильно делаю? А, руки. Руки. Неправ...
Да. Сверху, конечно. Да, да. На колени сведи, колени, блин, колени сведи лучше, да. Во, спинку. Грудь вперед, грудь вперед. Да, да, да. Плечи, лопатки сведи. Да, давай. Во. Раз, спокойненько вверх поднимай. Раз, держи теперь крепко. Пошел, вниз. Не-не-не-не-не-не, ты не приседай, нет. Тогда же ты показывал, что у тебя легко очень палка за спиной, да, проходит? Давай, опускай. Не роняй, давай, давай. Давай. Держишь? Молодец, смотри, здесь раскрылись, а здесь он хорошо держит. Здесь ему кисть позволяет вывернуться. Но во всяком случае, здесь он прямо на пальце. А теперь поднимай. Молодец, видишь, гибкость позволяет. Поднял и поставил спокойненько. Так он вот так вот делался. Погоди. Так, ставь. Опять колено слишком широко. Что, Артем, попробуешь? Да. Давай, Диман, сейчас Артем пробуй. Пожалуйста, сзади страхуй его, ладно? Что по ощущениям? Ну, вот первый раз назад, вот это больнее, а потом выверну, полегче. Аккуратно. Раз. Аккуратно. Дим, страхуй его сзади, чтобы не упал. Да. Ты все сделал? Вот это действие получилось у тебя? Что, пойдем вот это, пойдем? Да. Так, куда Дима? В смысле, неправильно делал. Дим! А, вот они. Держи раз, держи два. Ах ты, ё-моё, где отражение? Вставай. Надо поднять плечами и вот так. Раз. И на бицепс. Два. Раз. Давай сам. Давай сам. Тяжело? Тяжело. Ну, если надоело, можешь поставить стоп. Можешь шлем одеть, если хочешь. Что, получилось? Я такой неправильно делал, у меня вот тут оно вот так вот. Нет, все правильно сделал. Руки-то выворачиваются у нас вот так. Все правильно у тебя вывернуты, все правильно. Здесь еще другой есть один момент. Так, как же он там? А, здесь надо вообще руки вывернуть вот так, если мы рассматриваем турник. И вот так, ага, вот да. Вот, еще другой момент. Сразу, изначально, вот так вот держимся. Да что, как кузнечик я себя чувствую. О! Хум! Попробуй. А прикинь, с весом есть, да? Вот это что, Артем, попробуешь? Диман, попробуешь? Снизу надо ее будет поднять, да. А вот так. Вот так. Да, да. Я вообще его так ну, потом перехватишь. Так, аккуратно. 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 Помогай, Диман. Если ее стоя мне положить. Давай стой, попробуем. Спиной вставай, Дим, держи гриф. Спиной вставай. Вот так, да. Арсений, аккуратно. Арсений, аккуратно. Так. Ну-ка. Не-не-не, попробуй. Ну, не, в принципе, можешь по одной руке, да. А если две сделаешь одновременно? Да. Вот это вот уже царские выходы, и королевские разные, и ангельские. Вот так это происходит. В принципе, ничего нет тяжелого, да? Мне из-за боли в суставах. Мне настолько больно, что у меня все кряхтеть начинает. А вот давай сейчас, Дима, тоже попробуй. А давай сейчас мы попробуем навесить по маленькому 5-килограммовому блинчику. По маленькому. По маленькому. Что получится? Хотя можешь мне приподнять? По малюсенькому. По малюсенькому. Арсений, помоги, пожалуйста, блинчик принести. Да, вот так. Максимально сюда. Все, давай, вот еще раз. Давай, да? Пойдем. Так ты не вязал. Интересно. Сразу два попробуй. Сразу две руки. Да, сразу две руки. Давай опять за спину. За спину. Точно, блин, называй. Блин, точный, блин, ноги аккуратнее. Давай, опускай. Опускай. Сразу две руки. Не поочередно. Сразу две, давай, пробуй. Падает. Падает, Артем, придержи. Подожди. За центр. Нет. Нет, все, нет. Я все? Давай, блин, одевай. Арсений, давай, с той стороны. Одевай. У нас будет того, сколько сейчас гриф. Ну ладно, мы отменим.